подготовлен каркас теплицы дачник VIP с открывной крышей. Труба 20 на 40, специальные полозья, чтобы крыша двигалась, открывалась сверху. Теплица 3 на 6. Торцы тоже готовы, с дверьми, с форточками. Продолжается монтаж теплицы дачник VIP с открывной крышей. Сделано пол крыши. А ну ты зайди, покажи, что сколько, какое проветривание, скажи. Проветривание вот такое получается хорошее. Хорошее, если открыть все листы. Урожай, скажи, хороший. Помидоры отличные в таких теплицах растут. Конденсат не скапливается, помидоры не болеют. Теплица дачник VIP из трубы 40 на 20. Брус 100 на 100 пропитанный антисептиком. Теплица дачник с открывной крышей. Самая удачная конструкция для проветривания помидор. Не заводится никакая плесень. Конденсат не скапливается на крыше. Покраска теплицы полимерно-порошковая, белого цвета. Торцов двери с форточками.